Я, честно говоря, тоже не понимаю, что такое терроризм в России сегодня. И зачем нужно Дагестан, процветающая страна, нормальная страна российская. Также и Чечня, так вообще сегодня рай, говорят. Вообще красота там. Приходишь на улицах, кафе, все красиво выстроено. Все, для чего этот терроризм нужен? Для чего? Террористы чего-то добиваются, к примеру. А чего добиваться, если в России так все им дали? Эти нации, они равноправные граждане с русскими, с другими нациями здесь. Это их страна, это не чужая страна. Живите, кайфуйте, довольствуйтесь теми благами, что есть в России. Делайте бизнесы. Я не понимаю этого.